Китай совершенствует лечение пациентов с редкими заболеваниями. Это более 20 миллионов человек в стране. Джан Дзюньфэн борется с заболеванием крови – пароксизмальной ночной гемоглобинурией. Каждый год такой диагноз ставят одному человеку из миллиона. 20 лет назад Джан Дзюньфэн познакомился с врачом Хань Бин, которая уже сталкивалась с этой болезнью. Таким пациентам трудно сразу поставить диагноз. Иногда на это уходит более 10 лет. Как следствие, людей лечат неправильно. Это и опасно, и дорого. Чтобы помочь таким пациентам, в больнице медицинского колледжа Пекинского союза создали междисциплинарную комиссию, в которую вошли около 40 врачей из разных отделений. Мультидисциплинарный подход предполагает совместное ведение одного пациента врачами разных специальностей. Это оптимизирует процесс диагностики и повышает эффективность лечения. Чтобы лечение было не так обременительно для пациентов и их близких, в медицинскую страховку включили более 50 препаратов. Но эксперты говорят, что впереди еще много работы. Нам нужно усовершенствовать отечественные исследования и разработки препаратов от редких заболеваний. Это требует усилий всего медицинского сообщества. С 2021 года в Китае реализуется общенациональный проект «Борьба с редкими заболеваниями». В соответствии с ним совершенствуется система поставок лекарств, методов диагностики, а также подготовка врачей.